Вашингтон призывает Киев провести как можно более быстрое и прозрачное расследование трагедии в Одессе 2 мая прошлого года. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэри Харв. Она также выразила от лица штатов соболезнования народу Украины накануне годовщины страшного пожара в Доме профсоюза. Мы выражаем соболезнования украинскому народу в связи с первой годовщиной трагедии в Одессе, в результате которой погибли более 40 человек. Мы призываем правительство Украины провести тщательное и прозрачное расследование обстоятельств этих событий и как можно быстрее наказать виновных.